страсть 5 сентября 2012 года. Была пасмурная погода, шел маленький дождь. Я решил ходить на рыбалку, не ожидал хороших результатов. Поймал 8 чурагаек. Сейчас я вам покажу. Вот они в моем садочке. Сейчас мы их вытрясем и покажем целиком. Вот они мои 8 чурагаечек. Был один всего сходик. Марсик, ты не любишь сырую рыбу? Все вот так вот. Вот самая крупная, которая попалась. 700 грамм.